День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается, утро вторника, оно уже практически утро предпраздничное, потому что впереди лига. А, кстати, вот про лигу у нас и пойдет тоже речь, но в плане фотосессии интересной. И у нас сегодня в студии, вот приятно, когда можно приглашать уже начинать гостей в студию. Живые люди, не то что там, вот в принципе, экраны телевизора, зумы, задержки там на 2 секунды в изображении, там качество связи, здесь вот все у нас живым образом происходит. Сергей и Екатерина, художники, творческий дуэт у нас. Здравствуйте. Доброе утро. Day and Synergy, ребята, называются. А, ну, кроме всего прочего, знамениты тем, что в ближайшие дни на портале MixNews.lv публикации, посвященные празднованию Лига, будут иллюстрированы результатом их последней фотосессии. Очень красивые, высокохудожественные. В общем-то, от нее и будем отталкиваться, ну, что за фотосессия? Описывайте, что увидят наши читатели, пока что слушатели, где были сняты эти фотоснимки, как пришла идея, что за стилистика такая странная, вот эта вот девиантная. Угу. Я начну, наверное. Здрасте, я Сергей. Наши фотосессии, они в основном творческие, да, и что касается конкретно этой фотосессии, она запланирована на Лига, да. Но мы больше брали языческие обряды, как солнцестояние. Да? То есть, ну, Лига – это и есть, в принципе, празднование солнцестояния. И вот основной концепт всего этого дела – это солнцестояние. И взять красивых девушек, красиво их разместить в поле, поместить им венок на голову и вот, значит, показать, как оно это все выглядит. Но при этом добавить небольшую такую искринку. Я надеюсь, завтра читатели смогут посмотреть это. Да и сегодня уже. И сегодня, что, да. Что там греха таить. Мы им вкладываем немножко мистицизма туда. Да? То есть у них там немножечко горящие глаза, у них там немножечко какие-то нимбы. То есть мы их делаем не обычными людьми в поле, не крестьянами, да, а именно некими такими маленькими божествами. То есть они как три сестры, и вот они как три грации, да, как три таких божества. Ну, выглядят как три ведьмы. Как три ведьмы, пусть будут ведьмы. Ага. Ну, извините за прямоту. Ну, из эфира слова не выкинешь. Да, конечно. И ведьма, как говорил, да, герой фильма. И в глазах троица при этом. Где вы брали натурщиц? То есть, вот, нужна ли была, ну, какой-то кастинг, чтобы выглядеть на ведьму? Ну, мы, в принципе, используем силу Фейсбука. То есть, наши друзья, знакомые, знакомые знакомых и, в принципе, потенциальные клиенты, они все, ну, попадают через социальные сети к нам. Клиенты, то есть это какие-то фотосессии на заказ еще бывают? И, да, конечно. Вы прям профессионально занимаетесь вот подобными стилистическими фотосессиями? Можем. А как родился ваш дуэт? Почему? Вот, ну, обычно всегда фотограф считается такая вроде индивидуальный, как художник тоже. Трудно представить себе, ну, там есть соавторы, но трудно представить себе вот двух художников, которые рисуют одну картину. Ну, на самом деле я не вижу ничего такого сложного во всем этом. Дело в том, что фотографов много, да, фотохудожников тоже достаточно, но, во-первых, двойное видение – это всегда намного интереснее, во-вторых, сделать фотографию – это одно дело, сделать из нее, ну, что-то близкое к картине – это уже немножко сложнее, а наши, ну, назовем клиенты, да, наши люди, модели, которые в кадре, они… В результате получают с каждой фотосессии много картин. То есть, чтобы это была возможность делать много, да, нужно много сил. Насколько востребованы заказы? Ну, во-первых, возьмем в расчет корону. Во время пандемии наверняка заказов стало меньше, возможностей для собственного самовыражения, для творчества больше. Но сейчас, там, благодаря прививкам, кто-то переболел, а наверняка заказов будет больше. Так вот, в какой стилистике принято в Латвии заказывать? Там это, ну, просто портреты, больше похожие на фотографию на паспорт, например, или там на визу. Или у нас достаточно раскованные, когда никто не видит, все-таки мужчины и женщины населяют нашу замечательную страну и готовы на эксперименты? Ню. Ню. Ню-ню, послушаем. Ню или нью? Нью-ню. Нью-ню. Скажем так, мы стараемся образовывать
нашего потенциального клиента или модель. Да? То есть все, кто к нам приходят, они уходят красивыми. Какие они, вот мы берем вас, мы вас ставим. Спасибо. Звучит как угроза. От нас некрасивым еще никто не уходил. Да, то есть от нас некрасивым никто не уходил. И это наша задача, чтобы человек не только получил фотографии, но и получил опыт с самой съемки. Очень важно хорошее настроение. Да, не просто... Ну, есть множество фотографов, которые фотографируют в течение часа, отдают фотосессию в пионах, ну и все, собственно говоря. Да? То есть у нас каждая фотосессия – это день. Да? То есть мы берем человека на день, мы человека крадем на день, и из человека делаем что-то, о чем человек даже не представляет. То есть, грубо говоря, мы заранее рассказываем идею, конечно же, да? Но когда человек видит результат, человек понимает, что внутри этого человека всю жизнь был какой-то огромный потенциал. Насколько сложно этот потенциал раскрыть? И от кого исходит инициатива, как правило? К вам приходит, ну, там, условный мальчик или девочка любого возраста, я подразумеваю, и говорит, я хочу там, условно, не знаю, в стиле Бонапарта или ведьмой хочу быть. Или просто человек, готовый на эксперименты, который говорит, вот делай со мной что хочешь, предлагай, а я буду выбирать, на что я готов решиться. Абсолютно бывает и так, и так. То есть люди приходят, которые просто хотят сделать и красиво, есть люди, которые имеют свою какую-то идею, есть люди, которые видят предыдущие фотосессии, у них из-за этого рождается какая-то мысль, и они... хотят ее воплотить с помощью нас. Ну и плюс мы еще сами делаем костюмы. Вот Катерина делает костюмы и, возможно, расскажет вам больше по этому поводу. Но да, мы как бы делаем костюмы и показываем людям эти костюмы, и сразу люди прибегают и говорят, да, хочу. Екатерина, расскажите. Да, про костюмы. Опять же, какая стилистика, как рождается идея, кто в конце концов их шьет или мастерит? Ну, шью по большей части я, по крайней мере, стараюсь это делать, потому что я поближе считаю, к микрофону, что поближе чуть. Лучше всего передаю свое видение именно я, и такого, в принципе, нигде не найти, не заказать, кроме как непосредственно на заказ. Ну и вообще это сложно достать у нас станет. Рождаются идеи обычно у нас вместе с Сергеем, например. Некоторые вдохновлены образами, некоторые историями, некоторыми, например, даже фильмами или музыкой. То есть обычно у нас рождается какая-то идея, мы думаем, как ее воплотить, а потом начинаем предлагать ее, ну, либо моделям, клиентам или в таком роде. Клиент уходит вместе с костюмом? Нет. То есть то костюм остается у вас. А выкупить можно? Выкупить, ну, не хотелось бы. Жадные какие. Нет, ну просто тогда каждый вот клиент начнет там фотографироваться, обесценит этот костюм, может быть, какими-то пошлыми селфи, которыми он заполонит потом интернет. Что-то мне подсказывает, что эти костюмы так просто не опошлить. А на данный момент, ребята, есть какие-то идеи, которые хотелось бы воплотить? Определенно, у нас целый список того, что мы будем делать этим летом. У нас будет гражданин Ниган из сериала «The Walking Dead». Это такой молодой человек с бейсбольной битой, с колючей проволокой вокруг. Очень такой суровый персонаж, если вы смотрели сериал, да, очень такой брутальный. Вы так описали, что даже если бы не смотрел, богатое воображение мне пришло на помощь. Более того, у нас уже есть человек, который будет фотографироваться, и он, ну, близко похож на персонажа из сериала, поэтому... Идеально, просто вот сразу совпало, и все. Становится тревожно вечерами ходить по городу, что в любой момент может выйти такой с нимбом из колючей проволоки. Это остается все равно в студии, как реквизит. Он просто так. Немножко прервемся, у нас есть звонок. Давайте примем, интересно же. А вы надевайте наушники, чтобы услышать. Алло, доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро. Сергей, расскажите, пожалуйста, а как вы начали фотографировать? Может быть... Насколько мне известно, вы начали заниматься фотографией лет 15-16 назад. Расскажите, может быть, про какие-то интересные фотосеты, которые у вас были первые. Так, это уже чувствуется поклонник, который помнит 15-16 лет назад. Я снимаю наушники. Спасибо друзьям за вовремя заданные вопросы. Да, так, я уже забыл вопрос. Да, я начал заниматься съемкой в целом очень давно. То есть я уже стар, супер стар. И...
Да, уже, наверное, 16 лет я точно фотографирую. А как я начал заниматься? Я взял фотоаппарат в руки, и я пошел фотографировать лес, да, то есть листики, как любой человек, у которого нету связи в этом мире, я пытаюсь идти и искать красоту в чем-то, угу. что есть доступное вот, в шаговой доступности. А с этого все началось, ну, как бы люди видят меня с фотоаппаратом, кто-то задает вопросы, кто-то из друзей, да, то есть предлагал друзьям фотографироваться, фотографировал, очевидно, вот это один из друзей, которого фотографировал, этот звоночек сотворил. Да, собственно, это началось вот так, да, но у меня в жизни всегда в голове вот была картинка чуть больше, чем я вижу просто в мире, да, и, соответственно, мне хотелось всегда чуть больше суметь показать, через изображение на компьютере, да, или на мониторе, или в распечатке, чем я могу сам увидеть, или чем человек может увидеть. То есть сделать что-то, этот мир несколько красивее, чем А на есть. Каком этапе присоединилась Екатерина, которая 16 лет назад, я думаю, что вряд ли могла шить костюмы. И ходить самостоятельно через дорогу. Да. Спасибо. Екатерина присоединилась 2 года назад. Дело в том, что Екатерина, помимо всего, является цифровым художником, да, то, чего мне, в принципе, не хватало. И Екатерина занимается у нас ретушью, то есть снимаю я, Екатерина занимается ретушью, занимается костюмами, занимается образами, занимается успокаиванием клиентов, если в этом есть необходимость. А волнуются часто, вот переживают? Клиенты нет. Или, наоборот, перевозбуждаются? Охлонись! Дело в том, что в большинстве случаев мы едем куда-то далеко за город. Да, пока мы едем, у нас есть вот этот icebreaking moment, да, то есть момент, когда мы общаемся с человеком, и, в принципе, за тот час, пока мы едем в машине, человек уже готов на все. Ну, почти. Слушайте, давайте вернемся к тем образам, которые появились в задумке, но еще ждут своей реализации. Да, да. У нас есть несколько фотосессий, заготовленных в стилистике фандома «Звездные войны». Да, то есть мы уже несколько сняли, и несколько у нас будут дальше. То есть мы стараемся из этой тематики взять нескольких персонажей и показать их красиво. А из какой? Вот из первой трилогии, второй трилогии или уже диснеевского новодела? В основном мы базируемся не на конкретно трилогиях, мы берем... Как это, персонажей, да, правильно, да, то есть мы берем их мифологию больше, потому что помимо фильмов есть еще огромный пласт мифологии. Волосатый человек, Чубакка сразу понятно. Ну да, да, то есть думаешь... вот есть этот лайтсейбер, да, все, значит, это либо джедай, либо ситх, либо еще кто-то, да, то есть и в зависимости от того, как мы человека разрисуем, как Екатерина занимается разрисовыванием человека на месте в том числе. Ой, как интересно. Да, в зависимости от того, какой балахон мы сверху напялим, да, вот к такой фракции человек будет относиться, да, то есть к плохим, к хорошим, но там нету привязки к конкретному персонажу из шестилогии, секстологии. А скажите, вот нет ли такого, вот я просто читал сейчас, Кончаловский написал, как он работал с Армандом Асанте, что Асанте там, ну вот, актер безумно хотел еще снять дубли, а Кончаловский говорит, все уже, вот хватит, я понял, что все уже, ты сыграл то, что мне нужно, и Асанте потом ворвался к нему, значит, говорит, я тебя там изобью, выбью тебе зубы, не мешай мне творить, мне нужен был еще один дубль. Ну, и потом он пишет, мы помирились. Вот бывает ли такое вот с клиентами, что им нужен еще один дубль, и вот уже вот кажется, ну все, мы отсняли, все прекрасно, но клиент все равно хочет еще чего-нибудь особенного. Бывает, конечно, да, даже вот эта фотосессия лиговская, да, после всего, когда все это произошло, мы сняли дневную фотосессию, мы сняли ночную фотосессию, мы развели костер, и девушки уже настолько вошли в свой образ, настолько они вот в этих платьях, венки и все такое, факелы, и говорят, давайте еще. Они не видят сразу результата, но как бы на фотоаппарате там особо много не увидишь, особенно на локации, там компьютер с собой не берем. Но да, у них есть такое, что ощущение, что они что-то недоизобразили. Да? Бывает такое, да. Но мы идем навстречу, и пока у нас есть пленка,
Тут удачный момент напомнить, что у нас в гостях творческий дуэт Deviant Synergy, Сергей и Екатерина, любезно предоставившие нам порталу Mixed News результат своей последней фотосессии в лиговской стилистике, которую мы с удовольствием будем юзать всю эту неделю. Ой, юзать, я сказал такое странное слово, использовать, конечно. Как стать вашей моделью? То есть вот здесь вот вопрос, понятно, что есть клиенты и есть модели. То есть вот как выбираете моделей, по каким критериям, сложно ли, вот, ну, надо быть обязательно молодым, красивым или... Нет, все зависит на самом деле от основной идеи. Не всегда молодой, красивый – это то, что нужно. Иногда нужен, например, взрослый, видный мужчина. О, я уже сразу приосанился. Да. В основном, как я уже говорил, все происходит через Facebook. Да, и если мы ищем конкретный типаж под конкретный образ, мы кидаем клич, да, на Фейсбуке, и ну, люди начинают слетаться, кто готов в этом участвовать, и из этого всего мы выбираем, потому что, например, в начале этого года мы снимали фотосессию на тему Уральских гор, да, то есть богини Уральских гор, и нам нужен был типаж исключительно вот такой, либо казахский, либо... ханта-мансийский, вот что-то такое. Не выходит каменный цветок. Вот близко к тому, да. Что ж, коллективно подписываемся на Фейсбуке на Deviant Synergy, следим за обновлениями, становимся моделями. Да, обязательно. Я готов. Я тоже. Тем более, что я подписан. А мы ждем. Ребят, большое спасибо, что были. Время подошло к концу, как так незаметно пролетело. Как и ваши, я надеюсь, некоторые фотосессии. Желаем творческих успехов. Спасибо. Реализации задумок, моделей, которых не надо будет особо уламывать, ну и новых сумасшедших идей. Еще раз огромное спасибо за предоставленные нам фотографии. Напомню, Сергей и Екатерина, Deviant Synergy фотография, предоставили результаты своей лиговской фотосессии. Ну, такая действительно интересная, художественная, с налетом мистицизма. Впрочем, что я говорю, буквально через пару часов сами все увидите в публикациях на портале Mixed News. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. До свидания. Радио Болткова.